Ребята, всем привет! В этом видео мы вместе с вами будем делать мега новую сову, которая вышла только вчера. Сова сама по себе, она у нас такая разноцветная и яркая, а в неонке она еще красивее выглядит. Мне помогли добыть меги мои помощники, что им большое спасибо. Мистер Бис тоже помощник, если что. В общем, у нас уже есть 4 неоновых совы, поэтому прямо сейчас мы пойдем с вами делать ее мегу. Ребята, кстати, ну вы пишите в комментариях, понравились ли вам новые питомцы. Все, которые у нас выходили, там был аксолотль, сова и ягуар. Пишите свою оценочку в комментариях, лично мне все абсолютно питомцы очень понравились. Мистер Бис, ты что вытворяешь? Все, давайте ставить. Погнали. Погнали, первая сова есть. Кстати, я уже видела мега сов еще вчера, то есть их делали сразу. Так, вторая есть. Так, погнали, третья. Третью поставили. И теперь последнюю давайте. Раз, два, три. А ну не забирать. Не-не-не, сначала напоим роделькой. Только потом будем восхищаться. Вы посмотрите на эту сову. Она очень красивая, ребята. Подписывайтесь, чтобы не пропускать крутые видео. Да, не забывайте. В общем, давайте, ребята, также оценивайте мега-сову в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Может быть, много уже кто заметил и мало кто знает то, что я сделала свой мерч. У меня абсолютно все сейчас в нем ходят, даже да. Если что, его можно будет купить по ссылочке в описании. Мне помощница подарок подарила, спасибо большое. Ребята, ну а в этом видео я разыграю для вас слайра и танцующего дракона, чтобы принять участие, вы понять условия, которые есть уже на экране. Также не забывайте про мой телеграм-канал, где я для вас часто устраиваю разные конкурсы, розыгрыши. Также я там еще рассказываю про новые обновления в Адопте и посты про мою личную жизнь тоже можете увидеть. Кто хочет, заходите по ссылке в описании или же в закреп комментарии. Давно мечтаешь о робоксах? Тогда заходи на сайт RobuyGG. На этом сайте вы сможете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоят 266 рублей. Robuy имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. А еще на Robuy вы сможете получить робоксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робоксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робоксов. Не упуская возможность принять участие и выиграть кучу робоксов, выполнить у них простые условия для участия. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка робоксов после оплаты и круглосуточная работа с сайта. Все это на RobuyGG, ссылка на сайт будет в описании. Итак, это самый первый трейд, здесь нам дают шоколадного бета и могильную сову. Ну, думаю, то, что это мало, поэтому я отклоню. Так, Flyride, клубничный бет, это дальше у нас. Ну, думаю, то, что это тоже мало, поэтому я отклоню. Что-то трейдики, знаете, вот прилетают редко, но как-то и не метко, потому что вот двоих бетов нам только что давали по отдельности. Ну, не знаю, ребят, на самом деле это такое. Но надеюсь, что будет получше дальше, я смогу хоть как-то его растрейдить. Но все-таки сова у нас за баксы, а за баксы питомцы, ну, особо у нас так уж и оцениваются. Так, ну ладно, давайте дальше смотреть, что будет сейчас. Ну, это так, ну, так неинтересно, ребят, так неинтересно. Какая пышность? Нет, это мало. Флэр это октопус, лигер, козочка неон. Ну, это мало, поэтому я сразу отклоню. Хотя, что нам еще добавят? Камон, питомцы мне не нужны. Принимаем дальше. Так, тут у нас уже поинтереснее. Вот это уже поинтереснее. Ребята, неон, флайер от легендарка вместе с флайер Де Айсом. Это неплохо на самом деле, но мне кажется то, что... Ну, нам нужно посмотреть еще, а так-то, ну вот, неоновую легендарку вот, ну, предложить нам могут уже. Это сразу видно. Но пока что я отклоню тоже. Посмотрим дальше. Может, дальше будет интереснее, а если нет, то ничего и страшного, понимаете? Если у кого-то уже была мега-сова, напишите в комментариях, на что вы ее обменяли, потому что мне кажется, трейдить будет сложновато. Итак, в следующем трейде нам дают, значит, неон райд пугало, затем неоновую бабочку 2024 и такую же сову, как у меня, но нет, это мало, поэтому нет. Нам давали неон флайер от феникса, и это уже было лучше, поэтому пока что буду равняться под него. Так, Никита 57429, давай. А, так, райд полуночный дракон, мало. И добавочка это тоже мало, поэтому нет. Так, а вот так вот уже поинтереснее. Черепаха вместе с неон легендаркой и добавками. Это да, вот это. Давайте попробуем в первом трейде согласиться, чтобы посмотреть, согласится ли он во втором, этот человек. Просто как бы чисто, чтобы узнать. Ева тва... Ага. Так, она будет жить на галочку или нет? Потому что я буду отклонять этот трейд. Твой ответ, давай. Он ждет галочку от меня, наверное, но нет, я не буду первую на галочку жать. Не-не-не, все, спасибо. Я отклоняю. Он долго думал, поэтому нет.
Окей, следом. ММ2, давай. А, так, Golden Uni. Ой, не-не-не. Это уже очень мало, это не ценно, поэтому нет. Так, Хэппи. Хэппи нам кинул трейд. Вообще, трейды летят прям. Сова, в принципе, прикольный питомец. Мне кажется, ну, было бы классно, если бы она ценилась. Мне кажется, знаете, мне кажется, эта сова будет цениться так же самое, как и наша снежная сова. Так, ладно, гнев и добавки, но нет. Или даже меньше, чем снежная сова. Ну, посмотрим, посмотрим. Предсказывать будущее я не в силах, к сожалению, поэтому и гадать не буду больше. Ха. Так, нет, это мало, не надо. Так, следующий трейд здесь у нас получается одна легендарка, в общем. И такие, поэтому нет, это мало очень. Это мало, давайте это, хороший оффер. Я уже не могу отклонять трейды. Все трейды подряд мне давали какую-то очень большую мелочь. Давайте пробуем на кенгуру в первом трейде согласиться. Мне интересно посмотреть, будет ли она меняться во втором трейде. За кенгуру я, если честно, давать пока что не хочу. Я хочу посмотреть трейды еще. Да и, скорее всего, она сейчас отклонит, да? Потому что очень много сейчас байтеров. Все абсолютно у меня соглашаются в первом трейде, а во втором отклоняют. И что ты будешь делать? Клариса, 15 Клариса. Короче, я отклоню. Посмотрим еще, ребята. Ну, в принципе, нам и черепаху с добавками давали, поэтому думаю, ой, кенгурушка это, ну, как-то... Ну, не прям good offer, понимаете? Ну, не прям. Вот, опять лев страж. Нет, это мало. Итак, ребята, нам прилетел следующий трейд, нам предлагают уже троих мега-питомцев. А первые два питомца это у нас черный марлин, потом рак-отшельник мега. Ну, нет, ребята, не хочу, нам больше, в принципе, давали, поэтому нет. Так, принимаем дальше. Давайте дальше трейд. Так, неон легендарка, потом... вау. Так, подождите. Два ксолотля, это по 700 робоксов. А, плюс неоновая легендарка. Ребят, блин, классно. А интересно, возможно мега-сову затрейдить на неон сахарного ксолотля? Если да, то я бы с радостью поменялась. Так. Так, ребят, ну смотрите, какие тут питомцы. Мне кажется, лично мое мнение, то, что это неплохо, потому что сова у нас, она за баксы, а ксолотль у нас за робоксы, и в итоге это... Ну, два питомца за 700 робоксов, плюс неоновая легендарка и вот эти вот все добавочки. Не знаю, я пока что, конечно, отклоню, но а так-то думаю, то, что это неплохой трейд, и, в принципе, думаю... Посмотрим еще, давайте. Я бы хотел, на самом деле, если бы у меня получилось так сделать, трейдить эту мега-сову на неон Акселотли, но я сомневаюсь, что тут у него в неонке. Да, или хотя бы на 3-4, ну, посмотрим, в общем-то, посмотрим. Вдруг получится. Так, мне пишут «пожалуйста». Очень хотят мега-сову. Ну, крылатый один тигр, сахарный планер, Робин. Да, прикольный поэт, очень хорошие первые два. Мне они безумно нравятся. Тигр вообще мой один из самых любимых поэтов. Но нам только что давали больше, поэтому, извини, я отклоню. Кстати, эту игрушку я еще не видела. Итак, дальше нам предлагают Глорми Хаунда вместе с Коброй такими добавками. Нет, ребята, это у нас тоже мало, поэтому скип. Так, следующий трейд здесь у нас с вами неоновая легендарка, неон флайрайт, это тробопес, потом бет, пчелка и лама. Неплохие питомцы, но для нас это мало, и она отклонила за меня. Дальше предлагают редкую игрушку. Многие думают, что эта игрушка ценная, но нет, это самая обычная дешевая игрушка за баксы, которую все еще можно купить. Поэтому не ведитесь на это, многие с помощью этой игрушки скамят на данный момент. Так, ребята, дальше предлагают одну черепаху и думают, что, ну, черепаха это неплохо. Можно было бы попробовать согласиться в первом трейде, но мне кажется, она отклонит сейчас, да? Ну, я знаю то, что многие так чисто посмотреть, на что бы я могла согласиться, на черепаху одну. Меняться пока что я не буду, потому что в общей сумме нам предлагали больше, чем черепаха, поэтому нет. Ну, просто как бы посмотреть, но видите, они не соглашаются, они просто ждут, пока я нажму на галочку, поэтому... Но мне нужно, чтобы они согласились, но он, видите, идет, поэтому я долго ждать не хочу, так что я отклонила. Так, дальше нам предлагают такой трейдик, здесь у нас вот такие питомцы, вот тут их очень много. И стоечка у нас есть, и игрушка, ну, ребята, нет, это мало. Думаю, так, ну, конечно, только что черепаху предлагали, так что да. Итак, следующий трейд, здесь нам дают очень много питомцев тоже. Мрачный дракон за робоксы, потом древний дракон, козерог, который тоже за робоксы, панда, которая была тоже за робоксы, и куча пэтов. А, да, ребята, ну, у нас слишком много пэтов разных рандомок, я меняться не хочу, поэтому я отклоню. Так что извини, спасибо за трейд, я посмотрю еще. В общем, зашла на сервер, чтобы вы понимали, я искала долго, где же тут все люди, они оказываются возле домиков, все стоят тут. Так, а мне кинули трейд, здесь нам дают неон фэр Гриффина, но нет, ребята, это мало, нам уже такой трейд предлагали, я его отклонила и тут тоже отклоню. Так, дальше нам предлагают черепаху с двумя добавками, но, ребята, как-то что-то, ну... Не знаю, на самом деле, не знаю. Мне спрашивают, это ли. Ну, как бы добавки здесь не особо нормальные. Нет, давайте.
давайте ему вот так вот напишем. Потому что, ну... Эти добавки мне не понравились. Так, мега-бабочка. Так, ребята, ну это уже поинтереснее. Ребята, я все-таки подумала, давайте поменяемся на этот рейд, потому что черепаха неплохо, потому что этот питомец у нас же за баксы. И плюс добавка, ну думаю, неплохо. Все, давайте, раз, два, три. Ребята, я обменяла. Я обменяла мега-сову на черепаху с добавкой. Я не знаю, как вам, но мне кажется, то, что этот рейд был неплохой. Вы можете его оценить в комментариях. Просто понимаете, ребята, это новенькая совушка, она у нас за баксы. Ее может каждый пока что купить за определенное количество баксов. Вот, а черепаху уже никак не достать, да, и она у нас является олд питомцем. Плюс бабочка мега, но это тоже какую-то роль и играет, понимаете? На этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Не забывайте заходить в мой телеграм-канал, а также подписываться и ставить лайки на это видео. Всем заранее спасибо, всем пока-пока!